молодости пережили, все эти запреты, снова открывания. А что учить-то? Какая панихида? Зачем эти панихиды? Я вот бутылочку принесла, вы ж повод просто нашли, я так понимаю. Да. А я не пью, Алла Борисовна. А на все остальное положить, вот этот вот. А вы не знаете, кто пришел вот еще сзади? Ой, Филечка, с аэродрома. Молоко. Мы встретились, представляешь? Садитесь. Здесь. Ну. Что? Ну, так на пасашок. Так кто, я на должен? На пасашок? Но стакан я не принесла с собой. Ну, тогда с горла. Я сидела у телека, смотрю, у всех стаканы. Вы будете? Я? Из горла? Да. Ну, давай, че ж. Стакан. Митьки стакан принесли. Ой, Митьки. Давайте я налью. Нет уж, я как по старинке, я ж тоже в подворотнях начинала. Ваше здоровье запрещающее и наше здоровье вновь открывающее. Мы не сдадимся. Мы же все-таки... Спасибо большое, Алла Борисовна.